Земельные вопросы, в частности, кадастровая стоимость объектов, упрощение получения гражданами услуг по оценке и страхованию объектов недвижимости и участков могли задать жители СНТ округа в ходе встречи в администрации. Озвучили информацию по нескольким важным темам представители администрации округа Елена Суслина, Аркадий Собейников, а также представитель филиала Московского областного бюро технической инвентаризации Антон Сычев. В ходе заседания прозвучала информация по кадастровой оценке от Министерства имущественных отношений Московской области. Вся информация есть на сайте, однако основные тезисы были озвучены. Первое – это кадастровая оценка земельных участков Московской области в 2022 году. Второе – это предоставление услуг московским областным БТИ по страхованию объектов и по регистрации объектов недвижимости. И комплексные кадастровые работы, новшества в законодательстве. Акцент делается на то, что повышения налогов на земельные участки в 2023 году не будет, потому что эта оценка применяется к следующему налоговому периоду. Результаты проведения оценки лягут в основу расчета налогов на земельные участки в 2024 году. По словам представителя областного БТИ, на сегодняшний день создается специальная программа для упрощения получения услуг по регистрации объектов недвижимости. В настоящее время Московским областным БТИ разработан ряд мероприятий, направленных на упрощение получения гражданами услуг. В первую очередь создана горячая линия Московского областного БТИ. Каждый садовод может к нам обратиться, получить консультацию, решить свои вопросы. Также у нас создан мобильный офис. То есть на территорию каждого СНТ мы приезжаем, организовываем прием заявок и консультирование. Также в ходе встречи представители СНТ напомнили о необходимости регистрации и преимуществах, которые дает зарегистрированная недвижимость их владельцам. Этот актив можно свободно продать, подарить, заложить, чтобы получить кредит или застраховать. В доме, стоящем на кадастровом учете, разрешена регистрация граждан. Только собственники легальных строений вправе участвовать в программе «Социальная газификация». А с 2021 года им доступен налоговый вычет до 260 тысяч рублей. Всю информацию можно получить на горячей линии по земельным вопросам областного БТИ. Телефон 498-56-58. Работает 7 дней в неделю с 9 до 20 часов. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.